вперед, заставлять соперника работать, заставить его устать и сделать так, чтобы он сдался. И как все видели, я сперва он нашел вперед, пропускал удары, и не чувствовал удары, и в итоге он no mass. Ну ты сам удивился, что он отказался от продолжения боя? Нет, я смотрел ему в глаза, и я уже видел, что он не хочет драться. Но в углу они решили, и как бы никаких сюрпризов. Да, еще бы раунд-два, я только-только начинал работать, и все было бы для него намного хуже. Я каждый удар, который бил, я чувствовал, как ему больно. И он видел, что каждый удар попадает мне, никакого урона не приносит. Что дальше? Наверное, полтора года ты больше простаивать не хочешь. Нет, ни в коем случае, вы видели, все равно, как бы не было, мои полтора года без боев сказались, как бы я вот не так начинал, не так видел, и я хочу отдохнуть недельку-две и сразу поехать в лагерь, в свой хороший лагерь, пытаться получить хороший бой.